Анастасия Беляева – творческий человек. На протяжении всей жизни она делает уникальные вещи. Сначала это были украшения из полимерной глины, потом изделия в технике тай-дай. Теперь увлечения переросли в дело, приносящее не только удовольствие, но и деньги. В связи с семейными обстоятельствами девушка искала такие варианты заработка, при которых она сможет больше времени находиться рядом с сыном. Открытие мастерской прямо у себя дома стало подходящим решением. Я в течение всей жизни немножко пошивала. У меня мама швея, поэтому мне, в принципе, пошла по стопам, так скажем. Мастерская дома меня устраивает, потому что я рядом с ребенком. То есть у меня младший школьник, я его не могу оставить дома до вечера. Создать мастерскую у себя дома Анастасии помогло государство. На закупку материалов и оборудования Министерство соцзащиты выделило 350 тысяч рублей. Денег, выплаченных на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, хватило аж на 3 швейные машинки разного назначения – отпариватель, утюг, ткани и другие расходные материалы, а также на зеркало с манекеном. Придать неповторимость изделию помогает одна из машинок, способная вышить узор заданной программой. Это свитшоты для двух сестренок. Сестренки, они любят одинаково одеваться, но все-таки добавляют какую-то индивидуальность. Вот эта вот индивидуальность – это у одной будет зайчик-вышивка, у одной будет Hello Kitty. Анастасия поделилась, что хочет и дальше развиваться в этом направлении. Это позволит ей браться за более сложные и необычные заказы. Один из таких уже был закончен в январе. Девушкой был выполнен проект по пошиву чехлов на сиденье для прогулочного катера. Сейчас заказы поступают регулярно, а работа в мастерской кипит вовсю. Дарья Белова, Варвара Ермоленко, служба новостей.